Стоять! Ты знаешь порядок. Без оружия. В этот раз он не продает оружие, он его раздает. Не смеши меня, он же торговец оружием. Что? Входи. Ты знаешь Грифса? Я Тамбоса, лидер СНС. Отлично, вот такой человек нам и нужен. Стране не хватает морфия. Достать нереально, совсем никак. Люди впадают в ужас, когда заходит речь о хирургической операции. Они используют что угодно, чтобы заглушить боль. Дефицит нам на руку, правда. Меньше операций, меньше солдат выживают. У Афот имеется небольшой запас закиси азота. Нужно его уничтожить. Газовые баллоны находятся в старой стоматологической клинике, к западу. А баллоны сложены в грузовике примерно на уровне груди. Их прекрасно видно всем вокруг. Неподвижная цель, которая даже сдачи дать не может. Мистер Грифс научился принимать особенности нашей работы. Делает то, что хочет. Мы заплатим камешками, как и обычно. Стоматологическая клиника – уничтожить баллоны с газом. Поняли? Дерьмовый мир! И все хуже и хуже. Буду проводником на сафари, когда закончится контракт. Да ты же ни черта не знаешь о животных. Сю, у меня друг есть. Он привет. Помнишь, Калина Украина? Это старый друг Фрэнк. Скорее приходи к убежищу, которое через реку от почты. Слушай, брат, хватит уже. Thank you.
Сюда! Крысы тут, походу, за главных. Там в Мейс я повидал таких. Короче, тут за углом отделение почты стоит. Там хранится ящик. В нем крышка распределителя от производителя. Иди и забери ее. Там босса и компания хотят, чтобы ты грузовик взорвал. Че за херня? Зачем взрывчатку тратить? Лучше почини грузовик и пригони в гараж, где я шабашу. А внутри мы с Мейси взорвем, убьем сразу двух зайцев. И грузовик, и гараж. Все в ошметье. Меня задолбал уже козел, который тут начальником. Решил прямо, что он мне по жизни начальник. Зря это он так, очень зря. В общем так, пока я не скажу, в гараже не буянить. Я сам там буду, и мне лишний шум ни к чему. Станешь Вина Дизеля изображать, я тебя нахрен бросаю и разбирайся потом сам. Я серьезно тебе говорю, друг. Пакет на почте, не пропустишь.